В Донецкой области снова застучали каски. В этот раз на акцию протеста вышли горняки объединения «Дзержинск-Уголь». Митинговали в Краматорске у здания облгосадминистрации. Шахтеры требовали выплатить им задолженность по заработной плате. В профсоюзе говорят, долг государства перед горняками уже превысил 500 000 000 гривен. Кроме зарплат, шахты не получают деньги из-за отгруженный уголь. Нас интересуют отрасли. Сегодня на сегодня составляет задолженность по всем угольным предприятиям Украины 530 миллионов. Мы просим наши деньги, дайте хотя бы на технологию. Проходчикам нужно на взрывчатку 4-го, 2-го класса, детонаторы, на механизацию.